Всем привет! Сегодня у нас расклад «Какие мысли о тебе не дают ему покоя?» И посмотрим на трех картах. Первое. Какие мысли о тебе покоя не дают, да? Почему эти мысли не дают покоя? И что он хочет сделать с этим совсем? И давайте в долгий ящик откладывать не будем. Сразу начинаем наш расклад. Итак, первый вариант – император, рыцарь жезлов и башня. Ну, тут не все так красочно, да, как вы понимаете. Он постоянно думает о тебе вот с позиции контроля и власти. Император нам говорит, да, что он стремится установить свои правила, свои порядки в ваших отношениях. Ему не дает покоя мысль о том, что он не может полностью контролировать тебя, ну и ситуации, которые у вас возникают. Его беспокоит твоя независимость, твоя самостоятельность, паразит какой-то, да? И его беспокоит, что это не поддается его влиянию. И он, соответственно, размышляет о том, как взять верх, да, управлять прям развитием ваших отношений. Его мысли, они сосредоточены вот на том, чтобы установить структуру и порядок, где вот его слово, оно будет решающим. То есть он по столу, как говорится, кулаком хлобысь, и ты должна кланяться. Ему хочется быть лидером, на которого вот ты будешь ориентироваться, следовать его указаниям. Твоя способность принимать собственные решения и действовать вот по своему усмотрению, да, вызывает у него вот, мягко скажу, напряжение. Понимаешь? Его мозги заняты вот поиском вот таких способов, да, укрепить свое положение и установить границы, которые будут соответствовать его представлениям вот о том, как все должно быть. И он даже рассматривает варианты, как повлиять на тебя, чтобы ты больше вот, соответствовала его ожиданиям. И эти мысли, они не дают ему покоя, потому что он ощущает потерю контроля. А для него это неприемлемо. Вот так вот там. Так почему эти мысли ему покоя не дают? Ну, смотри, причина, по которой его мысли эти тревожат, она кроется в его импульсивности, да, в страстном характере. То есть рыцарь жезлов, он говорит, что он полон энергии, да, стремление действовать вот прям немедленно. Его беспокоит внутренний конфликт между вот желанием контролировать, да, и сильным влечением к тебе. И он чувствует, что его эмоции, они выходят из-под контроля. И это его, соответственно, пугает немножко. Его страсть к тебе, она заставляет его действовать поспешно и необдуманно. Он не привык к тому, что вот кто-то может влиять на его эмоции так вот сильно, как ты это делаешь. И это вызывает у него раздражение, да, беспокойство. Он боится потерять себя в этих чувствах, и поэтому он стремится установить контроль вот, не только над ситуацией, да, но и над своими собственными эмоциями. И вот это его нетерпеливость, вот это желание быстрого развития событий, да, оно вот подталкивает его к принятию решений, которые могут быть, как сказать, вот непродуманными. Он не хочет там ждать, не хочет там чего-то там строить, он хочет получить все и сразу. И вот этот внутренний огонь, он заставляет его искать способы подавить вот эти свои чувства и найти выход из ситуации, которая вызывает у него огромное количество противоречий. Что он с этим хочет сделать, башня? Понимаешь, да? Он намерен резко изменить ситуацию. Башня говорит о том, что он вот готов к радикальным действиям. Он хочет разрушить то, что вот между вами сейчас есть, чтобы избавиться от вот этого напряжения, беспокойства, которое его преследует. Его решение, оно может быть неожиданным и болезненным для тебя. Но он считает, что только так сможет он восстановить контроль, там, внутреннее равновесие. И
поняла, да, он хочет инициировать вот разрыв отношений. Ну или создать такой конфликт, который вот приведет к серьезным переменам. Его цель – это освободиться от чувств, которые делают его уязвимым, да. Он видит в разрушении отношений, да, единственный способ избавиться от своих страхов. Или этим подчинить тебя себе, то есть сыграть на твоих чувствах. И его действия, они будут решительными и, возможно, даже шокирующими для тебя. Он не будет там искать компромиссы, там, пытаться сгладить углы. Нет, зачем? Ему нужно подчинить тебя. Он выберет путь кардинальных перемен, даже если это принесет боль и разрушение. И он считает, что только так он сможет начать там все сначала, да, там построить новые границы, которые будут соответствовать его представлениям. Понимаешь? В итоге его мысли о тебе, они связаны вот с желанием контролировать, да, тобой, управлять ситуацией. Сильные чувства и страсть, которые он испытывает, они вызывают у него беспокойство, потому что они противоречат его потребности в этом порядке, в стабильности, да? И он не будет мириться с тем, что не все подчиняется, как говорится, его воле. И он хочет разрушить существующие отношения, чтобы избавиться от этого внутреннего конфликта. Или он этими манипуляциями, расставанием хочет подчинить тебя. И вот это сейчас ему не дает покоя. Вот такой паразит по первому варианту. Обязательно подписывайся на канал, обязательно оставляй комментарий. И мы переходим ко второму варианту. Восьмерка кубков. Пятерка пентаклей. И семерка жезлов. Ну смотри, тут по картинкам все прям понятно. Какие мысли о тебе покоя не дают? Он постоянно, знаешь, думает о том, вот как ушел от тебя в поисках, как говорится, лучшей жизни. Ну, то есть, расставшийся тут. Но теперь он осознает, что совершил огромную большую ошибку. Потому что вопрос, какие мысли не дают покоя. И вот восьмерка кубков, она говорит о том, что он ушел, надеясь найти что-то более значимое, да, там, возможно, там, женщина лучше борщ, как он думает, варит, да, но вместо этого он столкнулся с разочарованием и пустотой, и его мысли, они возвращаются к тебе снова, 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 потому что он понимает, что оставил позади истинное счастье, истинную гармонию, да, которые были, возможно, только с тобой. И вот каждую ночь он вспоминает вот эти моменты, которые вы провели вместе, да, и жалеет о своем вот этом решении уйти. Он осознает, что вот искал то, что вот уже было рядом, да, но не ценил это, как сказать, когда, как говорится, потерявши плачем, а имеючи не ценен. И вот его душу сейчас терзают, да, вот эти сожаления о том, что он отвернулся от настоящей любви ради каких-то там иллюзорных целей. И эти мысли, они не дают ему покоя, потому что он понимает, что упустил шанс на настоящее счастье. И он, соответственно, чувствует сейчас глубокую эмоциональную пустоту. Он чувствует тоску по тебе. Его окружает ощущение утраты и сожаления, которое становится сильнее с каждым днем. И он не может найти там покоя ни в работе, ни в, там, в новом знакомстве, да? Потому что мысли о тебе, они постоянно возвращаются. И он осознает, что нигде больше не найдет вот той близости, того понимания, которые были между вами. Ну а по пятерке пентаклей почему, да, не дает покоя? Тут опять же понятно по картинке. Потому что без тебя он ощущает себя опустошенным, потерянным, нищим, эмоционально нищим. То есть после разрыва он оказался вот в таком состоянии внутренней нищеты, да, духовного упадка. Его жизнь, она стала холодной, бессмысленной, лишенной вот той теплоты и поддержки, которую ты ему давала. И он понимает, что с тобой у него была гармония, была там стабильность, а теперь он остался без вот этого всего. Он, возможно, сейчас испытывает финансовые трудности, да, но мы больше видим эмоциональные, которые усугубляют вот его состояние.
Без твоей поддержки ему сложно справляться с какими-то жизненными проблемами. Он чувствует себя изолированным и никому не нужным. Его терзает чувство вины, да, и осознание вот того, что он сам разрушил свое счастье. И эти мысли ему не дают покоя, потому что он понимает, что потерял не только тебя, но и часть себя. И его на данный момент, вот именно сейчас в моменте, я имею в виду, окружает атмосфера отчаяния, да, безысходности. Он видит, как все вокруг теряет смысл без твоего присутствия. И каждый день для него это борьба с самим собой и своими ошибками. Он осознает, что без тебя его жизнь, она лишена радости, она лишена перспектив. И вот это понимание, оно причиняет ему боль, заставляет постоянно думать о том, как все исправить. И семерка жезлов, да, что он хочет сделать с этим всем. Но он намерен бороться за тебя, да, вернуть утраченные отношения. Потому что семерка жезлов – это про то, что он готов преодолевать там любые препятствия, да, противостоять всем трудностям ради того, чтобы снова быть с тобой в отношениях. Он понимает, что путь к твоему сердцу будет вообще нелегким, если вообще возможным. Но его решимость, она сейчас непоколебима. Он хочет доказать тебе там свою искренность, да, готовность изменить все ошибки, ну, исправить, я имею в виду. И он готов отстаивать свое право там на второй шанс. Даже если он столкнется там с недоверием, сопротивлением, он готов исправлять все. Он понимает, что должен показать там действиями, да, а не словами, вот насколько сильно он ценит тебя, желает вернуть вашу любовь. И вот эта его энергия вся, она направлена на преодоление вот этих ошибок, которые он сотворил. И хочет создать с тобой новые, более крепкие отношения. И он планирует предпринимать? Попытается связаться с тобой, объяснить там свои чувства, предложить начать все с нуля. Его цель – это восстановить доверие и показать, что он другой, типа он изменился. И он осознает, что это потребует там времени, усилий, но он готов к этому. Его сердце сейчас полно надежды на то, что ты дашь ему, вот, возможно, все исправить, да, второй шанс. Но я тебе от себя скажу, что предавший однажды предаст и дважды. Вот такой был у нас второй вариант, а мы давайте посмотрим третий вариант. Рыцарь кубков. Звезда. И королева мечей. Ну смотри, какие мысли о тебе покоя ему не дают. Ну, он постоянно думает о тебе вот с глубокими романтическими чувствами, да, с нежностью. Рыцарь кубков говорит вот, что его ум, его сердце, мысли и так далее, все занято тобой. И эти мысли, они прям наполнены, переполнены, я бы сказал, любовью и восхищением. Твои вот образы, они сопровождают его повсюду. Он не может избавиться от желания быть рядом с тобой. Хочу и все. И он представляет уже, как признается тебе там в своих чувствах, как делает первый шаг навстречу. Его мысли, они наполнены мечтами там о совместных прогулках за ручку, да, теплые разговоры, романтические всякие моменты. И он видит вас вместе, который вот... наслаждаются каждым мгновением, да, ну, вдвоем, я имею в виду. И эти фантазии, они приносят ему радость. Но также и беспокойство приносит, потому что он не знает, как ты отреагируешь. Его воображение, оно рисует картины вашего будущего. Там он думает там о прогулках вместе, об общих увлечениях, да, или просто там тихо вечером сидите там возле камина. И эти мысли, они настолько сильные и яркие, что они не дают ему покоя там ни днем, ни ночью. И он чувствует, что ты особенная. И из головы он тебя выбросить никак не может. И по этой карте он еще размышляет о том, как сделать тебя счастливой. То есть его мысли, они заняты поиском способов впечатлить тебя, показать там свою заботу, внимание. И он анализирует ваши какие-то там разговоры, да, пытаясь понять, что тебе нравится, что приносит тебе радость. Его сердце, оно наполнено вот
искренним желанием сделать твою жизнь лучше, понимаешь? И, соответственно, он переживает из-за того, что вот не знает, как ты к этому всему относишься. Это вызывает у него, соответственно, волнение. Но это все не останавливает вот этот поток, как говорится, романтических мыслей. Он готов рисковать и готов там, открыться себе, тебе, потому что чувства, которые вот он сейчас испытывает, они сильнее страха. Понимаешь? Почему мысли не дают покоя по звезде? Потому что ты для него символ надежды, вдохновения. Ты звездочка для него, понимаешь? Ты стала для него вот источником света в темноте, путеводной ниточкой, которая помогает ему верить в лучшее. И он видит в тебе идеал, к которому он стремится, и это заставляет его постоянно о тебе думать, постоянно. Ты пробудил вот в нем мечты и стремления, которые он там давно позабыл, да или подавлял. И вот твоя энергия и твое присутствие в его жизни, они мотивируют его становиться лучше. Наверное, даже носки стирает и там раскладывает в алфавитном порядке, понимаешь? Он меняется с тобой. И он рядом с тобой может достичь новых высот. Он это понимает. И вот эта перспектива, она наполняет его там энтузиазмом, радостью, понимаешь? Человека влюбила в себя. И кроме того, после вот трудностей или там разочарований в прошлом, ты стала для него символом обновления и исцеления. Он ощущает, что благодаря тебе, да, его жизнь, она обретает там смысл, гармонию. Это ощущение настолько сильное, что он, возможно, даже по утрам зубы чистит. Понимаешь? И, возможно, даже, вот это уникально, конечно, но, скорее всего, на 100% не могу вот предполагать, да, но, скорее всего, он даже не разбрасывает больше носки. Представляешь? И вот он также понимает, что такие чувства, такие возможности, они встречаются нечасто. И вот страх упустить вот этот шанс заставляет его постоянно возвращаться к мыслям о тебе, да? Он осознает, что ты особенная и не хочет потерять возможности рядом с тобой быть. И вот это внутреннее осознание, оно делает его мысли, они, как сказать, непрерывными, вот по кругу. Ты в голове. Наверное, даже не кушает. Его душа, она стремится к соединению с тобой вот прям на глубоком уровне. И это вызывает в нем смесь волнения и нетерпения. Он чувствует, что вы связаны судьбой. И вот это ощущение, оно усиливает его желание действовать. И мысли о тебе, они неотъемлемая теперь часть его повседневной жизни. И он понимает, что должен что-то сделать. Так что он хочет сделать по королеве мечей? Он хочет подойти к ситуации с ясностью и честностью, да? Потому что королева мечей все-таки. То есть он намерен открыто и прямо поговорить с тобой о своих чувствах. Он понимает, что необходима откровенность, да? И готов выразить свои эмоции там без игр, без всяких, без скрытности. Его цель – это установить с тобой честные и искренние отношения. Он собирается тщательно продумать там свои слова, да, свои действия, чтобы донести до тебя вот свои мысли максимально ясно. Понимаешь? Он уважает тебя, он ценит твою независимость, твой ум, да? Поэтому он хочет, чтобы его признание было там достойным и соответствовало твоим ожиданиям. Он понимает, что ты ценишь там прямоту, прозрачность, и он стремится соответствовать этому. Понимаешь? Кроме того, по этой карте он готов и выслушать твою точку зрения. То есть он понимает, что отношения – это диалог, и хочет знать, что ты чувствуешь, что ты думаешь и так далее. Его намерения, они серьезные, и он готов, блин, конечно, серьезные. Я тебе говорю, носки начал убирать, ты представляешь? Это его зрелость, это его ответственность отражаются вот в этом всем. Извиняюсь. Он также стремится, знаешь, преодолеть вот любые препятствия, любые недопонимания между вами. Если у вас были какие-то сложности, да, там разногласия, он готов это обсудить.
причем открыто, и найти какой-то общий компромисс, решение. Его цель же построить с тобой отношения, которые будут основаны на доверии, да, на взаимопонимании. И его вот эта решимость действовать, она показывает, насколько он сильно ценит тебя. Насколько он хочет вот с тобой глубоких отношений. Он не хочет оставлять все вот на волю случая, готов взять инициативу в свои руки. И его серьезный, обдуманный подход по королеве мечей, он говорит о том, что его чувства, они глубокие, и намерения у него чистые, как и его носки. Поэтому подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и помни, что дед всегда рядом, и приходи на Бусти. Обязательно.